No. Как оно? Остренько. Шабашик. Привет, друзья! Ну что, экспериментушки наши продолжаются. А что делать? Есть у меня вот такая байда. Спросите, что это? А я вам скажу. Это... это гудрон, которым обрабатывают шпалы. Шучу. Это экстракт солодкового корня, известен еще под названием лакрица. Сахарозаменитель, антиоксидант, лечебное средство, кулинарное средство. Короче, у него столько достоинств. Спасибо Сергею. Серега предоставил мне вот для экспериментушек вот такой вот бочонок этой загустевшей смолы. Его, кстати, еще используют как пенообразователь во всяких там огнетушителях и в напитках всяких. То есть достоинств у этого чуда, конечно, очень много. Сладость тут в 50 раз больше, чем у сахара. И действующее вещество, которое дает сладкий вкус, это не сахароза, не сахарные какие-то основания. Это... тритерпеноид, глицеризиновая кислота. А если более подробно, химическая формула, я тут написал, просто не сразу выговоришь. 20 бета-карбокси, 11 окса, 30 норолиан, 12 йен, 3 бета-ил, 2 о бета-д, глюкопирануронозил, альфа-д, глюкопирано... зудроновая кислота. У-ху! Это все оно. Поэтому, ну, используется с древних времен, еще в китайских трактатах, в Египте там где-то использовали как сахарозаменитель, добавка в еду, как отхаркивающее средство, заживление ран. Регенерация тканей помогает, то есть при простудах, при язвах, при гастритах. Какая прелесть. То есть используют и в кулинарии, постоянно его используется с древнейших времен. Очень такая интересная штука. Сделал ржаной стаут немножечко, домашняя эдишн, варка. И сейчас туда добавлю, но добавлю, естественно, с расчетом. 50 в 50 раз больше сладость, чем у сахара, значит 2 грамма на литр я положу, чтобы получился сладковатый привкус у пива. То есть будет такой, как типа milk stout, когда добавляют лактозу, чтобы она немножко давала такой сладковатый привкус пиву. Как кофе, чтобы получалось такое латте. Сладковатое, с горечью, с пенкой. Соленость сначала, соленый, потом немножко горечь. И расплывается сладость. По языку расплывается такая мощная такая... тугая, скажем, помощнее слово, волна такой сладости. Не хочет растворяться, плохо растворяется. Натуральная смола. Ну вот 2 грамма на литр, 46 грамм лакрицы концентрированной. Заливаем в наш ржаной стаут. Тут у нас где-то 23 литра получается, 5 галлонов. Так, лакрицу добавили. Все.
На этом можно бы было завершать, но мы не завершим, мы добавим еще один ингредиент, и это будет что? Это, мать его, Каролина Риппер, самый острый перец в мире. Тут десяток сушеных перчинок, они весят всего 10 грамм у этого перца. От 1,5 миллиона до 2,2 миллионов единиц по шкале Сковила по жгучести. Это жесть. Тут даже специальная инструкция, как с этим пользоваться. Это практически как химическое оружие. Каролина Риппер со средней жгучестью 1,57 миллиона единиц по шкале Сковила и максимумом 2,2 миллиона единиц. Находится в настоящее время в книге рекордов Гиннесса как самый жгучий перец мира. В высушенном виде напоминает сморщенные шарики, в среднем диаметр около 1,5 сантиметра и весом чуть меньше 1 грамма. То есть, ну, получается, что здесь, ну, десяток сушеных перчин. Смельчаки, которые не побоялись продегустировать это чили, описывают вкус как обжигающая сладость, а результат его употребления как волну палящего огня с головы до пят. Глаза тускнеют, брови потеют, руки трясутся, ноги подкашиваются. Ощущение, что все горит просто внутри. Поэтому надеемся, что наши клиенты не будут добиваться аналогичного эффекта. Короче, жесть жесткая. И вот эту вот штуку мы добавим в наш лакричный ржаной стаут. Самое острое пиво в мире сейчас сделаем. Как думаешь, все 10 грамм захерячим на 20 литров? Конечно. Наверное, 1 грамм на 23 литра хватит, да? 1 грамм. Добавим 1 грамм на 23 литра. Действующее вещество, которое дает этот жгучий вкус у перцев, капсаицин. Это алкалоид. Такой химическое название не так, как, конечно, у лакрицы, всего ничего. Ванилламид 8-метил-6 нононовая кислота. Понты. Выделенный в чистом виде капсаицин имеет жгучесть по шкале Сковила 16 миллионов. 16 миллионов. Это, ну, я не знаю. Его добавляют, его в пищу не употребляют вообще никак. Его добавляют в разные там краски для покрашивания судов снизу днища, чтобы не росли моллюски, всякие водоросли. Убивает нафиг. Поэтому очень-очень жесткая штука. Переносимая концентрация 0,004 миллиграмма. Не грамма даже, миллиграмма. 0,004 миллиграмма на литр. Это переносимая доза. Жесть. Жесть. Единственное, что помогает справиться с жжением, это молочные продукты. Молоко, кефир, мороженое. Пока башка дурная, конечно, у людей, когда не пробовали, все хочется попробовать. Но что же это такое из себя? Поэтому немножечко попробуем. А это наша аптечка. Очень точные весы у нас есть. Ну вот, будем считать 1 грамм. Это 1 грамм. Сынуль, не хочешь попробовать? Давай. Точно? Да. Уверен? Давай. Может, не? Давай. Все, погнали. Погнали. Ну, рассказывай, что. Ну, сразу идет острота. Дикая острота. Фу, зря это глотнул. Чего, очень? Сразу резкая очень идет острота. Более-менее сейчас терпимо. Вкус очень плохой.
очень острый. Я уже не могу. Сильно жжет. Очень жжет. Любой соус, даже самый острый, который я пробовал, он не настолько. Дыхание сразу учащается, потому что дышать очень сложно. Очень, как будто огнем дышишь. Даже когда выдыхаешь, вся сильно воспаляется, в горле сейчас дикая, как будто иголками колят. Внутри или ножичком таким острым по горлу медленно ведут. Пей, в желудке был у тебя йогурт. Когда сразу пьешь йогурт, оно моментально прекращается, жжение. Но когда проглатываешь, оно снова очень быстро возвращается. Возобновляется, но... Да, очень быстро. Ну, я думал, если честно, будет намного хуже. Ну, не, началось еще. Зря я это сказал. Дай-ка мне мороженое. Костя, доктор. Как думаешь, хватит, да, 1 грамма на 20 литров, на 23 литра? Я считаю, что оно нереально получится жгучим. И пить эти все 23 литра никто не будет, потому что оно очень будет. Потому что от того кусочка, который я куснул, это даже на 23 литра его не разбавят. Оно нереально будет. Я думаю, вот эту вот большую часть лучше убрать. Но мы сделаем как раз эксперимент. Ну, 23 литра, ладно, если уж совсем не зайдет. Но я думаю, многие захотят попробовать. Чисто ради эксперимента, вот как ты. Я думаю, оно не такое острое будет, но 1 грамм все-таки на 23 литра. Он его не разбавит. Да нормально. Нормально. Так, размолоть его как-то же надо, да? Он мягкий и не дробится. А чувствуется на таком расстоянии, чувствуется запах очень резкий, мощный. Забалабенили. Ух ты! Нос прямо чешется. Ждем доброда, разлив по бутылкам. Ну, будем пробовать. Интересно будет. Пошел руки мыть. Я, конечно, по своей настойке, извиняюсь, немножко уже привык именно к вкусу остроте Cardinal Reaper, но в пиве это необычно. Ты пьешь холодное пиво, первые два глотка вообще не ощущаются, а дальше пошел разгон. Необычно, необычно. По итогу скажу, что эксперимент у Виктора Пивовара удался. Ну, обжиг прикольный, мне нравится. Да. Больше перца точно не нужно, потому что если будет больше, то это же будет, скажем, на такого очень редкого любителя. Вот именно эта доза нормальная, даже можно, скажем так, на процентов 20 немножко перца меньше, дабы он не сильно заглушал основной вкус пива. Привет из Киева. На дегустацию попало нам, что это у нас, пшеничный стаут с добавлением лакрицы, какого-то ядреного перца. В общем, надеюсь, мы выживем, ведь если не выживем, завещание написано. У нас как раз варочка идет.
бланшик варим. Ну, попробуем. Круто. Ну, пробуем. Пробуем. Перец явно пожирай. Так, ну пробуем. Давай, давай. На запах приятно. Пахнет хорошо. Остренькая. В горле дерет. Но вкусно, терпимо. Вкусненько. Это нереальный пивас. Для тех, кто любит остренькое с огоньком и перчиком. Просто жесть. Это шедевр. Это реальный шедевр. Ну что, друзья, учитывая все предыдущие опыты пробования жнеца и два, скажем так, летальных исхода, мы сделали все по максимуму. Мясо. Мясцо под хорош под это дело. И попробуем под мясцо. И мясцо мы замочили тоже вместе со жнецом. Ого! Да, 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 да. Бутылочку убил на замачивание. То есть ее можно специю, скажем, да, так. Ну, сейчас попробуем. Сейчас попробуем. Кстати, надо разрезать, что тут у нас получилось. Поехали. Не шуруповерт, конечно. По чуть-чуть, да? Ну да. Ну что, бомбим? Запашок вообще, да, шикарный. Да. Шикарный. С мяском. Вот так вот предлагаешь, да? Да, мясо шикарное. Ну что, понеслась? Да, давай. У-ху! Вот так вот оно работает лучше. Вообще работает шикарно. Слышишь, как с офигенным соусом. Прям остренькое все. Такое место табаско, да? Ну так я даже не скажу, что это чрезмерно. Это вообще не, мило. Как бы вообще обалденно. Надо было, конечно, мясо попробовать. Интересно, как оно. Ну, давай просто сейчас попробуем. Сейчас его немножко попустит. Полость рта. Угу, все, попробуем. Очень вкусно. Ну, мясо обалденское, да?
сочное получилось. Ну, я не скажу, что оно острое. Вот. Ну, сейчас попробуем. Сейчас мне потихоньку впадает жар. Угу. Да, мясо очень вкусно. Вообще вкусно. Вообще очень вкусно. Очень вкусно. Очень вкусно. И... Но с пивом эффект обалдеть просто. Жалко, что Виктор не снял тот эффект, когда я попробовал просто перец. Даню сняли. Даню сняли? Да. Ух, конечно, я не ожидал. Я теперь понимаю, когда у людей накрывает так, что их реанимация потом восстанавливает. Данечка знает, я не стал. А, кстати, ты сам пробовал? На язык чисто попробовал. Только на язык? Да, у меня начался волна такая, я сразу, ну его нафиг. Ты вообще нормально вообще переживаешь все вот эти вот штучки острые? Ну, просто есть люди, которые, знаешь, ну без этого никак не могут. Нет, я не фанат острова. Не фанат. Не фанат острова, но вот это как бы вполне в меру. Мясо так вообще просто шикарное. Просто шикарное получилось. Я вот сейчас без пива ем, вообще. Сочное-сочное такое. Сочно. И вот чуть-чуть остринка. Запах божественный, мягкое. Ну, идеальчик. Ну, необычно. Идеальчик. Надо подкинуть угля. Чтоб... Еще? Ну да. Да. Да, так хорошо пьется, между прочим. Все нормально, лей, я за рулем. Ну, за удачный эксперимент. Да, очень даже мило. Запах реально прикольный. И вкус тоже классный. Ты его пьешь, не ощущая вообще остро. Вот, вот потом оно немножечко продирает. Ну, я тяжко переношу все это. Ну, то есть ты пьешь. Сладковатое, приятное такое пиво. А потом... Потом баба. Ах, и такая расплавленная лава, да? С мясом опускаю. Хорошо он. Мясо очень идеал. Хорошо. Вот с мясом, именно с сочным мясом идеал. Вот. Что это знаешь? Ну догадываюсь. Базилик. Прямо вот так рвешь. Нюхай. Ой, Витюша. Шикарно, да? Ароматнее. Вот идеальное сочетание с мясом. Базилик с мясом просто идеальненько. Да, с таким пивом. Вот и с пивом. Так, говори, как там? Пивко, мясо и базиликом сверху полирнуть. Нормально. Хватало вот этой нотки. Ну, хорош. Помидорчика бы еще с финальным так аккордом пропустить. Так вы так каждый раз, да, выходите, что-то грызанули, пошли. Да, 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 да. Так что, друзья, все идеальненько получилось. Пиво, конечно, на любителя, но кто любит остренькое, просто... А любителей много. Да. Во всяком случае, даже вот просто сделать мясо, улет, улет. Да, и удивить компанию. Да. Птица, она вообще сухая получается, в принципе, но когда вот в пиве замочена, такая сочная, сочная, мощная получается. Поэтому не пить, так замачивать. Ну, что, друзья? Спасибо тебе. Да. Очень, 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 очень вкусно. Удивил. Экспериментируйте, не бойтесь экспериментировать. В любом случае, когда-нибудь получится вообще шедевр. Пока.